Всем добрый день, добро пожаловать на канал. Мы вновь заказывали посылочки. Если кто видел видео по алмазной мозаике, мы решили вновь заказать. Где-то числа 11 апреля заказали. Сегодня получили. Сегодня у нас 9. Завтра 9 мая. В общем, сегодня 8. И здесь похоже, что алмазная мозаика. Сейчас посмотрим. Еще не вытаскивали. Ага. Там здесь алмазная мозаика. Пришли, в общем, очень быстро посылочки. Так, что на сей раз у нас? Здесь картинку не видно. А, ну это похоже, вот мы заказывали девочка, и здесь вот чуть-чуть видно, с кем-то там, с единорогом. Неудобно мне отклеивать, вот здесь вот чуть-чуть видно. Здесь вот должна быть принцесса и единорог. Вот такого формата мозаика, но, конечно, не очень удобно отклеивать. В прошлый раз мне больше понравилось. Вот, а вот так вот. Здесь получается, вот чуть-чуть я не отклеила. Вот основная, вот тут вот основная, ну как вот клеевая основа, вот она и отклеивается верхний слой для того, чтобы наносить мозаику. Алмазики. Итак, в этот раз пришло. И опять же один контейнер. Ну, конечно, вот один контейнер очень неудобно. В прошлый раз контейнер был более удобный ссыпать с него. В этот раз не очень удобный. И почему-то две вот такие или случайно положили. Вернее всего, но вообще-то вот по одной штучке приходит. Но так как у нас уже есть один вот такой контейнер, то будет удобно. А так мы раскладывали на несколько вот эти вот все алмазики, раскладывали в несколько контейнеров, ну как бы в баночки. И подержи, пожалуйста, камеру. Вот здесь, наверное, срезать. Это здесь, наверное, картинка. Нет? Это использование. А вот здесь видно. Вот. Ну, кстати, качество не очень хорошее. Но это вот единорог, а здесь девочка в лодке. Принцесса или фея в лодке. Вот. Такая инструкция. Ну и здесь вот указано, что. Угу. Здесь не видно картинку совсем. Ну, что-то я ее. Ну, давайте тихонько так отклеим. В прошлый раз качество больше мне понравилось. Не особо понятно. Ну ладно, будем пробовать, будем работать. Ставлю фото, постараюсь ту, какую мы мозаику хотели заказать, чтобы видно было наглядно. Ну а здесь также все по цветам, вот, подписано по цветам. Следующее, что заказывали, это заказывала старшая дочь. Она заказала вот такие набор кистей. Когда открываешь, запах клея. Ну и вот мало того, что вот вообще-то в мешочке находятся кисти, и каждая в отдельности тоже расположена
тоже в мешочке, в маленьком. Вот такие кисти. Все я не буду вам показывать, но здесь их тоже также заказывала, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? 10 кистей. Вот различные. Далее и спонжики. Мы потрогаем. Вот такие вот нежные спонжики. Две штучки. Ну, а мы еще заказывали несколько мозаик. Но это пока еще в ожидании. Всем спасибо за внимание. Мы здесь напокрывали у бабушки. Снимаем сегодня видео. Ну и до новой встречи. Пока-пока.